допейте. Вот это вот такие кактусы съедобные. Мы оторвали один. До Сибири. Сегодня хочу вам рассказать о кактусах. Обычно мы привыкли к тому, что кактусы несъедобные, но есть такие разновидности кактусов, которые можно кушать. Вот этот кактус, он называется фрагосика. Он растет в Греции. Вот мы сорвали два плода с этого кактуса. Когда срываешь эти плоды, нужно быть очень-очень осторожным, потому что этот плод содержит очень тоненькие-тоненькие такие иголочки. Когда эти иголочки попадают на кожу, они прокалывают ее, и очень больно, и невозможно практически их вытащить. Вот такие иголки. Нужно быть очень осторожным. И если вы не знаете, как обращаться, то лучше съесть их в ресторане, но самому не обрезать, потому что можно попасть в неприятную ситуацию. Вот такие иголки. Вот видите. Сейчас мы покажем, как нужно правильно обрезать этот кактус, чистить эту кожицу, чтобы потом можно было его как-то скушать. Вот. Так, обрезаем. Внутри такой красивый цвет. О, посмотрите, какой. И такая мякоть. Она так отделяется, вот отрезал кусочек, и она отделяется. Нужно очень аккуратненько, чтобы не прикасалась, если уже отделил, чтобы она не прикасалась к той части, где есть колючки, где есть иголки. Опа. Вот, вот такая часть. Вот такое красивое, такое желтенькое, оранжевое. Knife not here. Here. Нож должен быть вот так вот. Пахнет. Good smell. Вот так. Вот так как бы открываешь его. Вот. Открываешь, открываешь. Как бы разворачиваешь. Это несъедобное, это выбрасывается. Я съела один кусочек. Даже не могу сказать приблизительно, на что похож вкус. Что-то от дыни вроде бы, что-то, ну, свой вкус. Что хочу сказать, что вот эти вот зернышки, они очень твердые. Их желательно не кушать. Что если вы съели много этих плодов этого кактуса, то потом будет проблема с туалетом. Вот такие кактусы в Греции, на Крите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, дальше будет интересно. Всем пока-пока!